Таков ваш ответ. Да. А теперь я прошу тишины. Правильный ответ. Блюдо павлиньих перьев выносили в середине обеда для того, чтобы с их помощью освободиться от пищи, которую съели здесь в начале обеда, и тем самым приготовить место для пищи, которую нужно съесть в конце обеда. Вот такой был вкусный вопрос. Счет 1-0 в вашу пользу. Продолжаем игру. И в банк Протаков идет 15 тысяч. Александр Друзь в бордовом пиджаке. Ну и Кадилян, по-моему, вас поддержала. Следующий раунд. Счет 1-0.